А на дорогах города тем временем сохраняется сложная обстановка. Причина – затяжной снегопад. Он начался еще в воскресенье и, по данным метеорологов, продолжится до завтрашнего дня. Подрядные организации по требованию мэрии сегодня вывели на уборку дорог усиленный десант спецтехники – 17 автомобилей. Обстановка у нас уличной дорожной сети остается быть довольно-таки сложной. Но, тем не менее, сейчас в данный момент работают все организации, также предприятия, которые осуществляют очистку дорожного покрытия от снега. Ну, в данный момент ситуация под контролем. Сегодня выезжали все наружные наряды в соответствии с нашими нормативно-правовыми актами. Осуществляет проверку уличной дорожной сети. В случае необходимости сразу же эта информация передается на диспетчерский пункт, где находятся эти транспортные средства, которые осуществляют очистку. И, соответственно, направляется вся техника. За сутки выпала 10-дневная норма снега. Уровень покрова составил 11 сантиметров.